Шамиль, 26 дней до старта чемпионата мира в Белграде. Подготовка выходит на финишную прямую. Да, мало дней осталось. Это самые такие нужные дни, нагрузочные дни. Следующий сбор уже будем подводиться, уже более легкие тренировки, схватки и подгонка веса. Ты внешне спокойный и вообще контролируешь всегда свои эмоции, но мне кажется, что внутри у тебя такие какие-то сейчас особенные, волшебные ощущения, потому что все время от тебя уходил чемпионат мира, чемпионат Европы, но вот сейчас ты как никогда близок к тому, чтобы выступить на главном старте года. Да, конечно, сколько пропустили мы, было обидно каждый раз смотреть трансляцию, как мы не выступаем там. В то время, когда ты попал туда, мог бы ехать, побороться. Сейчас то самое время, когда пришло, вот надо показать себя, подготовиться и выступить. Надеемся, что хорошо, удачно выступим. И в подтверждение твоей мотивации и готовности, сегодняшняя тренировка, на которой ты стоял в спаррингах с Аббасом, и которому приходилось нелегко с тобой, хотя он чемпион мира. Да, Аббасом очень полезные тренировки для меня тоже. Его работа на руках, это то, что мне нужно, то, что мне необходимо для подготовки на чемпионату мира. В принципе, по пути к чемпионату мира ты победил нескольких серьезных соперников, одним из которых является как раз-таки чемпион Европы недавний, чемпион мира трехкратный Хаджи Алиев. И я думаю, что, наверное, в состоянии полной боевой готовности подойдешь к этому старту. Единственное, с кем ты еще пока не боролся, вот олимпийский чемпион Токута Атагура и Рахман Амузат Халиле, это те самые соперники, с которыми как раз-таки ты имеешь шансы столкнуться уже в решающих схватках чемпионата мира, если до них дойдешь. Да, это те соперники, кого ждет вся, ну, весь борцовский мир, кто следит, они ждут этих схваток. Также Атагура давно не боролся, мне интересно с ними побороться. А как считаешь, это ему в плюс идет то, что он давно не боролся, или наоборот в минус? Нет, конечно, это, я думаю, минус. На чемпионате Японии он не так хорошо поборолся, я смотрел схватки, тяжело он выиграл внутри отбор. Я думаю, это на пользу точно не идет. Долгий, простой. На взгляд Шамиля Мамедова, фаворит чемпионата мира Рахман Амузат Халили или кто-то другой? Много хороших борцов. Могу выделить там пятерых-шестерых, наверное. Тот же Рахман, Атагура, Тамур Ачир, Хаджи Алиев, Мусукаев есть, Иванян, который недавно боролся с Ибрагимом. Ибрагимом тоже чемпион Европы действующий, как-никак. Маджид Кудиев, Таджикистан наш легионер. Человек 7-10, наверное, есть, которые хорошие, которым плюс-минус одного уровня. Самый неудобный, на твой взгляд, из них по борьбе кто? Неудобный? Пока не поборюсь, не могу сказать. А так, Рахман такой, длинные руки, чуть, наверное, с ним будет неудобно. Готовишь что-то под него уже так? Теоретически примериваешься, отрабатываешь под каждого из борцов технику или тактику? Да, да, конечно, мы смотрим, анализируем, работаем под отдельно под каждого борца, с кем я не боролся, с кем боролся. Также я с Тамуром Чином я два раза боролся в прошлом году, но все равно он тоже набрал сейчас в последние годы. С Рахманом тоже хорошую схватку показал в финале. Равная борьба у них была, там один эпизод решил исход схватки. Поэтому я думаю, он тоже один из фаворитов. Тебе есть разница, с кем начинать, с сильным или со слабым? Каждому борцу хочется начинать с легких схваток и потихоньку за выход в финал, уже за финале, уже настраиваться на хорошие схватки. Обычно мы так и привыкли, то, что разводят хороших борцов, встречаемся или в полуфинале, или в финале. Ну, учитывая, что тебя на чемпионатах мира еще ни разу не было, ты готов, наверное, к тому, да, что можешь оказаться в числе несеянных? Да, конечно, я там как новичок, можно сказать, меня не будут разводить. Поэтому с кем бы ни попался, должен психологически быть готовым. Хоть первую схватку с Атагура попадусь, надо бороться. В оставшееся до чемпионата мира время на что будешь больше делать акцент? На физику или же все-таки на тактические наработки? Уже больше ковра, больше тактически, больше схваток. Уже, скорее всего, больше ковра и на технику работать. И психологический момент, фактор тоже очень важен, так как не выезжал до этого, боролся только на молодежном мире и давно не было международных стартов официальных. Психологически тоже надо быть готовым к этому. Ну и технически, тактически, и выносливо, чтобы у нас все хватало, чтобы схватки с такими напряженными, с равными борцами нас хватало, несколько схваток хороших. Ты уже выступал за сборную России на клубном Кубке мира и столкнулся с таким давлением по-ирански, которое, наверное, является беспрецедентным в мире. Мало кто так болеет, как иранские болельщики. Так что имеешь, наверное, представление и что-то такое похожее с чемпионата мира. Но, с другой стороны, в таких ответственных, именно вот официальных турнирах ты еще не выступал. Справишься с нервами, с давлением?
Да, да, конечно, я готов к этому морально. Иншалла, справлюсь с этим. Как ты думаешь, после перерыва удастся нашим ребятам показать все свои лучшие качества и выступить успешно? Думаю, да. Думаю, это никак не повлияет, не должно на нас повлиять, потому что мы... У нас не было такого простоя, что мы-то боролись, и подобное у нас бывало с международными, международные схватки у нас бывали. Ну, не так много, конечно. Также в Иран выезжали, хоть какой-то этот у нас был. Я думаю, сильно сказаться не должно на общий результат наш. Ну и, наверное, тебе тоже в поддержку или в плюс является еще тот факт, что ты являешься победителем молодежного первенства мира, и как-никак есть на что оглянуться, да, пусть пока еще не на взрослом уровне, но все-таки это тоже идет в плюс, понимаешь? Да, конечно, молодежный мир — это тоже, когда я боролся по молодежи, для меня это казалось очень большим ответственным стартом, а сейчас уже смотришь, все равно взрослый мир — это морально чуть другое, ты за команду, за если лицензионный мир, допустят нас на Олимпиаду, плюс лицензию надо добывать, и я думаю, ответственности еще больше. Кстати, тот же Амузат Халили выступал вместе с тобой на первенстве мира в Уфе, победил там также, а потом, после этого, спустя год, уже праздновал победу на чемпионате мира среди взрослых. Так что ты, наверное, думал тоже об этом? Да, да, думал. Я помню, он на 61 килограмм выиграл тогда. Тогда еще, да, видел то, что он такой высокий, думал, что он в следующий год будет 65. С иранцами я не так много боролся. Три схватки проиграл, а и после... уже выиграл. Неудобно, это, наверное, индивидуально, надо у каждого борца своя, а так у них больше пробивают руки снизу и выталкивают, у них однотипная борьба. Ну, судя по тому, что ты сегодня продемонстрировал с Аббасом, жестким стыком ты готов? Да, вот как раз Аббас хорошо борется с иранскими борцами, и, наоборот, иранцам трудно с ними, с Аббасом бороться, как раз с ним будем готовиться. Это очень полезные тренировки для меня с Аббасом. Почти за месяц до старта чемпионата мира ночью разбудите Шамиля Мамедова и сказать: вот Белград 2023, какие ожидания? Победа, иншаллах. Которую мы тебе искренне желаем, и также всей команде успехов в Белграде.